Хей-йоу, народ, с вами Шимки, и сегодня мы сыграем в Duke Nukem 3D. Ну что, начнем? Новая игра, разборка в Лос-Анджелесе, голливудский холокост. Ну давайте на нормальной сложности начнем. Это ремастер основной игры, они ее создали в честь своего 20-летия. Начало первой игры. Да. Есть из большинства всяких пасхалок. Все в том же духе. Так, я не вижу вот патрон. Давайте сейчас сразу параметры. Так, игра минимально давайте поставим. Все, чтобы показывал армор хп хотя бы. О, первый враг. Какой-то мутант, что ли. Умирают они с 4 выстрелов. Так, какая-то баночка с таблетками, что ли. Да, она наполняет 30 хп. Ускоримся немного. А еще патроны. Монстр. Здорово. Да. Как говорю я, что здесь дохера пасхалок, поэтому нужно тут все облазить. Всякие уголки, куда можно запрыгнуть. Вот пиротоник. И что здесь у нас? РПГшка. Замечательно. Нужно все проверять, потому что можно везде все найти. О, тихо. Так, это где вот мы сейчас с вами? Кинотеатр. Ага, монстр как раз. Двое там. В туалете один наверху. Проектор. И окошко какое-то. Ладно, давайте тогда полазим здесь, посмотрим, что есть. Побьем, может, что-то найдем. О. Астероиды с вами нашли. Во-во-во. Они, оказывается, могут еще появляться в разных местах. Прикольно. Патроны. Я вижу какие-то там атомы, что ли. Атом. Давайте возьмем, я не знаю. Как-то. Опа. Ага. А если так? Смогу запрыгнуть? Да, смог. Сюда давай. Я не люблю такие игры, в принципе, хорроры. Они как-то меня напрягают, что ли. Так. Так. Так, у нас с вами уже проблема немного с патронами начинается. Давайте, не знаю, ох, патрончики как раз для пистолета. Арморчик. Так, патроны, патроны. Патроны, хп у нас пока что фулка. Землетрясение какое-то. Как темно. О, заметил монстра. Ага, это главный холл получается. Мы видели тут еще где-то одного. О, еще один есть. Новый моб, который умеет летать. Красный. Ага, он умеет телепортироваться. Так, астероиды, походу, сами по себе включаются, прикольно. Так. Да, что-то мгновенная скорость. Ага, а их уже из 4 убиваешь. На них нужно больше тратить. Так. Что мы с вами там подобрали, что-то даже не заметил. Так, это мы отсюда пришли. Ага, я туда не пойду сейчас. О, туалет. Так, вижу одного. Сразу получается здесь, за стенкой. И один там. Опа, туалет, оказывается, пополняет хпшки нам даже. Так, давайте... Набираем тут. Что тут есть у нас? А, насиделся, надеюсь, тебе понравилось. Так, хпшка. О. Люки можно разбивать. Так, давайте пройдем. Так, монстр. Давайте его как-то по-тихому убьем. Так, раз. И женщина какая-то. Нас ноги. Надо просто убить. Фу! Мы ж тебя убили. Фух.
Ненавижу такие моменты. Так, это походу те же самые камеры. Так, ладно, давайте пойдемте отсюда. Так, где мы еще с вами не были? В этой комнате, да? Так, это... Да. Только как нам туда попасть? Оу. Понятно. Так, давайте проверим. Так, где-то еще что-то открылось. Ага. Так, ускоримся. Что здесь у нас? О, еще один атом. А там, походу, прибавлять нам по 150 хп. То есть, извините, по 50 хп. Ошибся. Как-то... У нас есть какие-то баки, давайте их закрыть. Ага, там были мобы у нас. Сколько? Трое. О, как раз первая вот пасхалка. Это Duke Nukem 2. Отсылочка. Так, это у нас голограмма получается там на H, да? Да, вот голограмма Дюка. Ладно, не будем ее использовать, наверное, это для обмана всяких противников. Так, нам нужна красная карта доступа. Так, а где мы сейчас с вами не были? Ага, в этом. В этой комнате, да? Здесь у нас ХП. А как ты попал? Наносят они прилично. Давайте возьмем лучше дробовик, я думаю. Карта. Слишком много звуков. Точность максимальная. Так, еще. Опа. Так, RPG-шечка. Я слышу, где-то надо мной они звучат, я не знаю, может где-то проход есть. Так, что тут что-то было? Здесь темновато. А, это ж комната с девушкой. Здесь были уже. Оу, эротика. А вот эти вот дырочки, я помню с оригинальной игры, там, короче, тайники всякие, их нужно взрывать с помощью всяких динамитов, типа того. Давайте сразу туда сбегаем, посмотрим, что там. О-о-о. Ребятки, ребятки. Так, там туалет у нас, вот кинозал у нас. Возьмем дробовик на всякий случай. Ага, это типа окно, где мы были в начале, хорошо. Патроны. Как раз наш главный герой, вот. ВДшный. Так, быстро на шифте пробежим. Так, где эта комната была у нас? В аркадном, да, по-моему? Если не ошибаюсь. Воспользуемся... А, это в туалет. Ну ладно, сейчас быстро пробежим тогда комнаты. И в аркадную прибежим. Так, здесь нам ключик нужно заюзать. Но тут же пусто. Вот. Во-во-во, ребята, легче. Кабаны какие-то. Ага, их нужно два раза, получается, с дробаша убивать. Чтоб на всякий случай, чтоб ничего не произошло. А еще один. Так, я слышу одного летчика. Давайте быстро пробежим. Ага. Он где-то сверху летает над нами. Сэкономим патроны.
все изи. Ах, так, первый раунд мы с вами прошли. Мы еще не нашли какой-то один потайной ход. И не убили двух врагов. Ну ладно. Продолжим. Район красных фонарей. Он сразу же встречает. Это кабан на самолете. На корабле акули. Ой-ой-ой. Арморчик. Так, у нас еще есть 100%. Так, давайте сюда потом пойдем, посмотрим, где что у нас еще. Возьму на всякий пистолет. Мне кажется, да, там кто-то есть. Так, у нас активировались стероиды. Еще жив? Вдруг нападет, как тогда на меня тот напал. Давайте посмотрим. Здесь, может быть, это что-то есть тоже. С этой стороны чисто. Так, армор у нас полный. О, привет. А, туда не допрыгну, хорошо. Так, немного что-то приседает, не знаю, будет ли у вас так отображаться. Короче, дом на разруху. Нам нужна желтая карта. Это, походу, под вот этим вот рамкам определяется, какой нам нужен ключ. Ого-го! Не, парень, извини, не туда зашел. Броня выпала? Чё себе. А, нам нужна красная карта еще. Синяя, то есть... Ну, нам только сюда, получается, идти нужно. Давайте, я не знаю. Так, сзади еще стреляют. А, еще поднимется, зараза. Так, что у нас тут? Мы, зал. Ага, какие-то... Коробка какая-то. Пакет, что ли? Мы сейчас посмотрим. Так, давайте сюда тогда полазим. Так, туалет. Ага, вон в углу есть. Damn, I'm looking good. Здесь у нас ничего такого нету. Опа. Тихо-тихо, кабанчик. Так, мы видели, там еще был монстр здесь. Так, комната у нас с щелькой. Давайте лучше возьмем дробаш на всякий случай. Ага, мы вернулись с вами в туалет. Так, ладно, где еще мы с вами? Так, тут кнопки были какие-то. Так, подожди, я... Да, открыто все. Тихо, тихо. Это монстр? Блядь, да-да-да-да. Так, мы с вами нашли боеприпас. Хо-хо-хо! Так, а где-то мы? Ой, здорово. Откуда, откуда? Так. А, там. Потайная комната. Ничего тут не вижу. Вижу какие-то знаки вопроса, что ли? Что? А, стоп. Я ж тебе дробаша попал.
Так, еще где-то один враг. О! У нас пулеметик есть. Так, я слышу быка одного. Так, что у нас тут еще есть? Дверька, ключик. Синяя карта как раз у нас теперь есть. Дюк Нюкер должен умереть. Где? Да, пойти умереть. Так, синий это здесь у нас? Ага, ну давайте, не знаю, так, так. Средний, значит, вот эти. Эпический взрыв. Так, я вижу синюю карточку, ну-ка, оп. Запасы для РПГшки, тут есть что-то? Нету. Так, желтая карточка, аптечка, а у нас полная еще. Так, быстро на шифте пробежим. Активировать. Приветик. Приветик. Hail to the king, baby. Крысы везде лазят. Так, я еще слышу быка. Так, сейчас должна быть перезарядка. Да. Кабанчик, убиваем. Кому это ты? Нам наш друг звонил-то. Давайте, ладно. Кабан еще один. Давайте сюда тогда. Ага, это туалет, окей. Аптечка. О-о-о-о. Так, давайте, ладно, потом сюда зайдем. Давайте тогда посмотрим, что здесь у нас есть. Так, патроны, 49. Пистолет. Дробаш. Раз. Должна сейчас быть перезарядка. Да. Во-во-во-во. Пять. Привет. Shake it, baby. Ну, ты деньги взяла, что-то она ничего не делала. Что у нас тут? Так, это клуб какой-то. Это мы с вами жекпаком. Ладно, давайте. О-о-о-о. Привет, ребят. Тихо-тихо. Come get some. Так, 50 патронов. Это, походу, максималка у нас. Тут ничего у нас нет. Ничего не дается нам. Так, пошлите сюда, потом пойдем в тот потайный ход. О, кабанчики, кабанчики. Поспокойнее. Так, у нас 101 хп. Так, броню. Нам нужна красная сим-карта с вами тогда, давайте поищем. Ничего тут не открывается. Так, в туалет тогда давайте зайдем. В это место. Может тут ключи-то есть. А ты у нас кто? Дикаренок какой-то. Так, очки. Ага, это тепловизор у нас. Непонятная девушка, которая не понимает, что с ней делать, потом ее просто убиваем. Так, а там мы подбираем. Hail to the king, baby. СВУ, а что это такое? Так, давайте, не знаю, на ком тогда ее проверим, что она делает.
Мы также с вами не нашли карту. О, пистолетик подбирается. Так, по-моему, я ее нашел. Так, у нас есть с вами карта. Давайте. Ого, привет, дружище. Ага, это у нас работает в виде как мины. Женщина. Так, минус. Ай-яй-яй, где ты? Фу, ёпта. Фу, ненавижу такие моменты. Так, давайте на аптечку на всякий случай переключимся. Shake it, baby. Танцуй, танцуй. You wanna dance? Ладно, давайте. Поищем еще, где тут что можно найти. Так, патроны для пистолета. Так, у нас максимально люк. Нам только сюда получается идти. Come get some. СВУ. Много-много кабанчиков. А, я вижу еще одного, давайте его взорвем. Так, что у нас здесь? Так, стриптиз, барка. Ну, короче, мы здесь уже были. Ага, вижу руку. Пока. Так, еще одного. Я слышу много за этой стенкой. Я не знаю, давайте. Ого, ты тоже решил стать стриптизером. Так, и куда? О, еще один. Ладно, напоследок тебе денежки, я пошел отсюда. Раз. Who wants some? Пишет, он отдыхает. Давайте тогда с вами вот так. Где мой дробашек? Ага, еще есть один, лежит. Ну, хорошо вот освещает нам путь в темноте. Так, дробаш нам не помешает. И здесь как дверь или это освещает просто. Дверька. Так. Ну. Прикольно. Мы так. О. Еще-то 4 тайника мы не нашли. И нас перекидывают. Ладно, давайте на этом тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо и пока.